Ведущий производитель специализированных интегральных микросхем, ASIC, Bitmain объявил о выпуске двух новых майнеров S17. Оба ASIC для майнинга S17 и T17 будут запущены 9 сентября. Сообщается, что новые модели имеют усовершенствования, которые должны обеспечить повышение эффективности, более стабильную работу и увеличение срока службы. Introducing the new решетка Antminer S17 and решетка Antminer T17, два new miners that offer the best value for mining. The S17 has a 64 TH, S hash rate and 45 JTH power efficiency, while the T17 has a 53 TH, S hash rate and 55 JTH power efficiency. Visit https://t.co osksnhan ib8c to learn more. Pick twitter.com/x6hd32i0 Antminer -main. Собака Antminer -main, September 6, 2019. Также Bitmain выпустил спецификации недавно анонсированных майнеров. S17 имеет хешрейт 64 TH, Си работает с КПД 45 ч, в то время как T17i предлагает скорость хеширования 53 TH, с КПД 55 ч. E17 и T17i оснащены системой рассеивания тепла с двумя трубками, которая, как сообщается, повышает эффективность отвода тепла машинами. Это должно увеличить долговечность оборудования и стабильность его работы. Кроме того, в Bitmain утверждают, что программное обеспечение, встроенное в два новых ASIC, имеет более вы. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.